Hallelujah. Because the fruit вы можете испытывать такие плоды бесовского бремени, как кошмары, нападение во сне, различные необычные сны. Например, кто-то дал вам деньги, и вы их считаете бесконечно. Или, имея жену, вы видите себя во сне с другой женщиной, или женщина видит другую женщину. Или вы взобрались на гору и падаете. Иногда вы видите себя в яме. Вы погружаетесь ниже и ниже и начинаете кричать во сне, прося, чтобы кто-нибудь вызволил вас оттуда. И внезапно просыпаетесь. Или во сне с вами разговаривает тот, кто давно умер. Или ест с вами. Вы знаете, что этот член вашей семьи или ваш друг умерли давно, а сейчас едят с вами или танцуют, и вы просыпаетесь. Это ненормально. Это означает, что вы одержимы. Это значит, что есть дух. Он не проявится физически, но он овладеет вами перед тем, как проявиться во сне. И это будет являться причиной отсутствия прогресса в какой-либо области. Это является причиной болезней, раздора в браке, смерти, несчастных случаев. Теперь, учитывая все вышеперечисленное, никто не может сказать, что он или она не переживали нечто подобное. Вы едите во сне? С кем вместе вы едите? Вы были голодны перед тем, как заснуть? Нет? Это ненормально. Бывает даже, что после того, как вы ели во сне, вы чувствуете сытость после пробуждения. Вам не хочется есть, как будто вы уже поели. Это означает, что это реальность. Вот еще как мы можем понять, что это реально. У вас порой бывают отрезаны волосы. У вас было все нормально с волосами, но ночью, во сне, кто-то отрезал вам волосы. И по пробуждении вы обнаруживаете, что у вас действительно отрезаны волосы. А порой вы даже можете не знать, что кто-то приходил к вам во сне, но проснувшись, вы обнаруживаете, что у вас острижены волосы. Порой вы спите, и во сне кто-то забирает вашу одежду. Вы во сне видите, как кто-то входит в вашу комнату, хватает вашу одежду и убегает. Вы кричите «Верни!» и просыпаетесь. Или вы видите себя среди животных. Или несущим багаж, или что-то тяжелое и большое. Вы куда-нибудь идете и просыпаетесь. Или вы видите себя в море, в воде, плавающим. Или кто-то гонится за вами. Вы бежите, бежите и просыпаетесь. Или вы видите маскарад. Или вы одеты в маскарадный костюм, в маску. Или кто-то подходит и ударяет вас во сне. Вы кричите и просыпаетесь. И иногда, проснувшись, вы видите отметину от удара. Иногда нет. Или кто-то достает пистолет и стреляет в вас во сне. Вы кричите и просыпаетесь, но не видите никакого следа от выстрела. Очень много всего такого. И именно от этого мы освобождаем людей.
Кто-то может быть одержимым и не знать этого. Они остаются несведущими, невежественными в этом. Потому что когда вы одержимы, есть очень много признаков. Как, например, то, что вы видите во сне по ночам. То, какие сны вам снятся. К вам приходят неизвестные люди, вы можете не понимать свой сон, или у вас неразборчивые видения, или вам вообще не снятся сны. Это ненормально, если вам не снятся сны. Потому что сон — это то, когда ваше сердце говорит к вам. А наше сердце — это точка общения с Богом. Если ваше сердце не говорит к вам, то кто вы тогда? У вас нет снов. Ваше сердце не говорит с вами. А когда ваше сердце говорит к вам, что оно говорит? Или от чего предостерегает? Это вопрос сегодня. Если бы мое сердце не говорило со мной, как бы я говорил сегодня тысячам посреди людей? Мое сердце говорит со мной. Это точка соединения со Святым Духом.